Ежегодно 22 августа вся страна отмечает один из важных праздников – День государственного флага России. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, на здании Верховного Совета РСФСР появился российский триколор. В ознаменование провала попытки государственного переворота, устроенной ГКЧП. А Верховный Совет РСФСР принял постановление об официальном признании и использовании национального флага РСФСР. И до установления специальным законом новой государственной символики российской Федерации считать исторический флаг России прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос – белой, голубой и алой. Документально праздник закрепили указом президента России Бориса Ельцина лишь в августе 1994 года. В преддверии данного события наша съемочная группа решила спросить у каспичан и гостей города, знают ли они, какой праздник отмечают 22 августа. 22 августа отмечается праздник. Знаешь ли какой? Нет. Нет. День флага отмечается. Сейчас надо подумать. Да. Наверное. День флагов. Во времена Петра I белый цвет символизировал свободу, синий – Богородицу, красный – силу русской державы. Сегодня официальное толкование значения триколора нет, но существует несколько версий. По наиболее распространенной трактовке белый – это чистота, мир и благородство, синий цвет – духовность и постоянство, а красный – это сила и пролитая кровь за родину. Какие цвета нашего флага и что они означают? Флага России? Белый – это чистота, вот… Небо мирное над головой там. Правильно. Вот. Синий цвет? Синий – это вот моря окружает, наверное. Ну, думаю. Это тоже, но и вера тоже. Он вообще обозначается как вера. А красный цвет? Ну, любовь к родине, наверное, что-то такое. Да, все правильно. Кроме того, жители города также поздравили всех россиян с этим прекрасным праздником – День флага. Я поздравляю всех с этим прекрасным днем, с Днем флага. Я желаю всем мирного неба над головой, желаю каждому радость, радость в каждом доме. Желаю, чтобы каждый получал от жизни то, что он хочет получить, и чтобы все ваши мечты исполнялись. Граждане города Каспийска и всех и гостей, поздравляю всех с праздником и желаю всех успеха и дальнейшей жизни. Желаю всем жителям России мира, благородства и удачи. В Каспийске в этот день, как и по всей стране, пройдут праздничные мероприятия, раздача российского триколора, мастер-классы в этностудии, краеведческом музее и многое другое.